про войну начинать, то я так подумал с этой песни. Но связана война с песней, по крайней мере, с моим творчеством, как никуда не деться на всю жизнь это. Поэтому вот такие. Кто песню «Пули» слышал хоть бы раз, поймет, спросите каждого из нас, что в мире нет прекраснее напева, когда она сторонкой пролетела. Свою ты не услышишь никогда. Бесшумно, как падучая звезда, с внезапным ощущением тревоги она тебя отыщет среди многих. А потому под пулями не гнись. Не сохранишь таким маневром жизнь. А надо просто двигаться вперед, сомкнуть ряды, и кто-нибудь дойдет. А гитара отключена, что ли? Бреет песнями земля, от ручья до соловья. Композиторы в идеях утонули, но однажды вышло друг нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Но однажды вышло друг нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Мы узнали, старина, как умеет петь война в Кандагаре, в Бадахшане и в Кабуле. Под аккорд 5:45 смерть выходит исполнять песню пули, песню пули. Под аккорд 5:45 смерть выходит исполнять песню пули, песню пули. Рикошети от земли, пули прыгают в пыли, вон фонтанчики их кому-то потянулись. Недолет ли перелет, но кто-то жизнь оборвет песню пули, песню пули. Недолет ли перелет, но кто-то жизнь оборвет песню пули, песню пули. Было дело, бой гремел, каждый честен был и смел. Мы не дрогнули и вспять не повернули, ни за деньги, ни за страх. Вот и слышим мы во снах песню пули, песню пули. Ни за деньги, ни за страх. Вот и слышим мы во снах песню пули, песню пули. Бредет песнями земля, от ручья до соловья. Композиторы, ну те в идеях утонули. Но однажды вышло друг нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Но однажды вышло друг нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Спасибо. Да. Эта песня первый раз я услышал в эскадрилье нашей Файзабадской. Не помню, кто ее исполнял. Знаю, по-моему, Леша Капитонович, может, помнит. Потом недавно совсем помощники выяснили, что песня была, стихи были написаны Феликсом Чуевым. Я знал его, умер он несколько лет назад. Поэт замечательный, сам в прошлом военный. Но услышал я у вертолетчиков. Песня замечательная, я ее спою сейчас. А поскольку Феликс Чуев был поэтом, то мотив, а я не запомнил за столько лет, но вот такое. Это, конечно, песня про вертолетчиков. Хорошая песня. Послушайте, пожалуйста. Четыре человека выпивали, забыв про жен, забыв про все дела. Они не выпивали, а летали. И комната кабиною была. И командир над столиком склонившись,
и малевую звездочку в вино. А после он отдаст ее сынишке. Ведь летчики не носят орденов. У летчиков все звания равны. На летном поле мало козыряю, а в воздухе погоны не нужны. У летчиков и маршалы летают, а в воздухе погоны не нужны. У летчиков и маршалы летают, а я люблю их, добрых и отчаянных. Когда они гуляют, как никто, не потому, что много получают, а потому, что завтра от винтов. И если разобьется слово «нужно», друзья исполнят непосильный труд. Те звездочки на бархатных подушках по улицам застывшим понесут. А у летчиков все звания равны. На летном поле мало. А в воздухе погоны не нужны. У летчиков и маршалы летают, и не венков заплаканную зелень. А вижу я, как спрыгнув с корабля, они идут, отталкивая землю. Поэтому и вертится земля. А у летчиков все звания равны. На летном поле мало козыряю, а в воздухе погоны не нужны. У летчиков и маршалы летают. Четыре человека выпивали. Все в порядке, наверное, что? Давай посмотрим. Все вроде? Ну вот ваш аплодисмент, эта песня «Вертолетчикам». Все летчики героические ребята, но у нас в Бадахшане, ну действительно, транспорт – единственный вертолет. И когда командир полка 860-го отказался подписать взаимопомощь, план, который мы сделали, на случай вилла стояла на окраине города, закидать нас гранатами, это очень просто было, афганского, до полка 10 километров, и он отказался. Он сказал ночью, с 8 до 5 утра мы не поедем. А вот вертолетчики, погибший Камеска Виталька Балабанов, майор, и его, вон, Саша был свидетель разговора. Я пришел, ну куда, когда они план подписывать? Ну, только вертолетчики, больше кого нет. Тогда Виталька, еще трезвые там были все, по-моему. А говорит, ерунда, сейчас мы Нурсами вычистим до города трассу. Как же советники, извините, но они выберутся сами там. А мы Каскад спасаем. Вот лучше, друзья, Каскад, это Бадахшанская. Поэтому спою еще одну песню. Потери были большие, друзей. Вот Мин-24, командир Анатолий Корлюк, погиб уже в Германии со всем экипажем. Смерть такая, он прошел огни и воды там, в Афганистане, летать в горах. Тяжело 24-м летать в горах, там же горы и высоко. Восьмерки летали, ну они вообще основные работники вертолетной авиации, боевые, они же и транспортные, и вот на все гораздо. А тут, по непонятным причинам, по неизвестным, а он вместе с самолетом, упали вместе с экипажем, с вертолетом, упали в одно глубокое озеро, и немцы хотели их спасти, но по берегу бегал особист с пистолетом, стрелял в воздух, и немцы не пускал. Утонули ребята вот там. Были и потери, и в 82-м, и в 83-м. Извините, что говорю такие горькие слова и грустные, но нас отправляли в 81-м году, и в начале 82-го говорили, что за 81-й один год в Афганистане погибло 72 борта, вертолеты.
72, посчитайте с экипажами. От 3-4 человека там. Значит, никто не вел учет, сколько погибло вертолетчиков, сколько там погибло, и сколько они спасли, и сколько они уничтожены ими, значит, на БШУ и там, врагов, так как бы. Ну вот, поэтому эта песня, конечно, написана Визбором, конечно, про горы. И я говорил уже, что первое время как-то мелодии делать некогда, а есть такие песни у таких замечательных наших авторов, Городницкий, Визбор еще, которые не надо, в принципе, переделывать, вот их, ну, чуть-чуть только про Афганистан, а может только слова поменять, но вот такая песня, в 82-м году написанная. На смерть погибших вертолетчиков, друзья. Просто те песни, которые в Афганистане я записывал, которые расходились. Поминки за нашим столом. А знаешь, дружище, давай о другом. Опять про полеты Баграм и Кишин. Не хочется что-то. Давай помолчим. Ну что там с погодой? Нормально, пока. На утро к Панширу уходим в борта. Пропеллеров свист и команда на взлет. А сколько он падал? Там 600 метров. Ну что ты глядишь там? Картинки гляжу. А что ты там шепчешь? Я песню твержу, ту самую песню, какую ж еще, ту самую песню про слезы со щек. Так как же нам быть, проклинать ли Паншир и весь этот дикий, неласковый мир? Лишь сердце прижало кинжалом к скале. Так выпьем, пожалуй. Пожалуй, налей. А вот первая песня. Я тоже пел, просто повторю, потому что всем вертолетчикам, а в первую очередь нашей Фазабадской героической и живым ушедшим она посвящает. Первая колонна. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, здесь горы, вершины и солнечный зной. И медленно по серпантину колонна ползет. Опять засада, а ну держись, дешевле копейки стоит жизнь. И только случай решает, кому повезет. Опять засада, а ну держись, дешевле копейки стоит жизнь. И только случай решает, кому повезет. Броня БТР раскалена, ему недолгая жизнь дана. До первой мины, до первой РПГ. А ты не машина, ты человек, глядит 14 век. Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. А ты не машина, ты человек, глядит 14 век. Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. Дрожит под пулями броня, пытается смерть достать тебя. Ты ей ни раз, ни два в глаза глядел. Но сквозь пороховой туман ты слышишь гром и вой душман, и землю пробили десятки огненных стрел. Но сквозь пороховой туман ты слышишь гром и вой душман, и землю пробили десятки огненных стрел. Знакомый рокот в уши бьет, над нами боевой вертолет. А ну-ка теперь посмотрим, чья возьмет. Пускай ты летчик, а не бог, но больше бога ты сделать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Пускай ты летчик, а не бог, но больше бога ты сделать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Мы тоже выручим не раз тебя, как ты сегодня нас. И выпьем не раз за дружеским столом. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил. И никогда не забудем мы о ком.
тобой за тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил и никогда не забудем, мы о ком. Здесь на войне, как на войне, здесь дружба ценится вдвойне, и потому за дружбу второй стакан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой, и даже черт с ним, за этот Афганистан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой, и даже черт с ним, за этот Афганистан. Эта песня позднее была не написана, не на войне, а между войнами. Я три раза был, три залета в Афганистан. И вот где-то, не помню когда, не то в 87-м, не то в 88-м. Но опять про вертолетчиков. Ну, можно назвать, она без названия, но пожелание другу-вертолетчику. На минуту закрою глаза, на минуту забуду дела, вновь посадочная полоса под капот вертолета легла. Уходя в неизвестность дым, мы не будем прощаться с тобою, постарайся вернуться живым. Из жестокого самого боя постарайся вернуться живым. Из жестокого самого боя. Ты, конечно, не бог и не черт, ни к деньгам, ни к шелкам непривычный. Ты обычный военный пилот, работяга войны необычный. Как бы горе не горбило плеч, лишь упрямо мотнешь головою. Постарайся надежду сберечь, даже если беда за бедою. Постарайся надежду сберечь, даже если беда за бедою. Все дороги приводят домой, но по-прежнему будет казаться, что еще не закончился бой, и с врагом предстоит рассчитаться. Ты вернешься и в жизни иной, окруженный теплом и любовью. Постарайся остаться собой, не меняясь в угоду злословию. Постарайся остаться собой, не меняя угоду злословию. Заблестят на груди ордена, руки женские вылечат душу, и останется эта война где-то там за хребтом Гиндукуша. И останется память жива, что дороже любого богатства и великая степень родства. Боевое военное братство и великая степень родства. Боевое военное братство. На минуту закрою глаза, на минуту забуду дела, вновь посадочная полоса под капот вертолета легла. Уходя в неизвестность дым, мы не будем прощаться с тобою, постарайся вернуться живым. Из жестокого самого боя постарайся вернуться живым. Из жестокого самого боя. Это называется «Вас 4-го года войны». Вся эскадрилья гуляла, вот за исключением тех, кто спасал человека срочно. Не слышен ни весом кружится снег над крышей, затянут в облака полночный небосвод, звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его напев
уходит старый год. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его напев уходит старый год. Что было в том году? Дороги, да дороги, да скрежет на зубах горячего песка, да новые друзья, да старые тревоги, да мины под ногой, да пули у виска, да новые друзья, да старые тревоги, да мины под ногой, да пули у виска. С гвоздя гитару снял усталый вертолетчик, настроил в унисон с аккордами души, и добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил, и добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил. Плывет, качаясь, вальс над древними горами, не слушая войны, не ведая границ, мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Пусть голос твой охрип, монету в звуках фальши, кончающийся год не зарастет пыльем. Играй, пилот, играй о том, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько подпоем. Играй, пилот, играй про то, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько подпоем. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодии вальса и сюда заглянул на часок. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Не слышен, не весом, кружится снег над крышей, затянут в облака полночный посвод. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его напев приходит новый год. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив приходит новый год. Спасибо.
Сейчас тут я запутался немножко. Да, ну и эта песня, тоже она была написана. Новогоднюю ночь практически, 82-83 год. К сожалению, не дождались мы ни Капитоныч, ни нашего замечательного комиссара. А естественно, и мы все выпили, и мы и тут не досталось, потому что вот так просто, вот, чтобы разрядить обстановку тягостную. Однажды мы приехали на Майдан туда, в эскадрилью, и обратили внимание, нас повели в столовую, ну, как всегда, там друзья. Но свиньи-то у них жили там, вон свинина была какая-то, овчарки тоже. А вот шоколада не было ни хрена, который положено, никаких там, который положено, там, как всем летчикам и вертолетчикам первые. И не было положено 300 боевых вылетов и 10 суток профилактории в России. Никто там, они перехаживали по много раз. Мы решили, что это несправедливо. Поехали на базар там у себя дома, закупили 2 мешка абрикосов, ну, какие-то витамины. Привозим 2 мешка абрикосов, помнишь? Да, да. Ой, да, ребята, там, побратим, Вадим, Балабанов, там, ой, здорово, как витамины. Ну, мы радостно оставили, приезжаем дня через 2. Говорим, как абрикосы? Все нормально, говорит Игорь, все нормально, пошли покажем. Стоит 2 такие фляги армейские, 100-литровые, да? Там что-то розовое пенится. Я говорю, чего это? А попробуй. Витамины, ну да. Что сделали? Абрикосы замутили, брагу, вместо сахара карамели накупили в военторге, тоже там 0,5 мешка. И ждут, когда она забродит. Ну, в обычных условиях там надо неделю, может быть, 10 дней, да, для переработки продукт готов. Его же надо крутить, вертеть там где-то. Ну, а тут стоит, просто стоит. Неделю, нет. Это и мы через дни дня приехали посмотреть, что там. А запенилось уже там. Попробовали, сладко-сладко, нормально. А чтобы получился конечный продукт, что можно было в аппарат, ну, знаете, там туда его. Как, зачем? Ну, вот именно зачем. Вот через неделю, приезжаем через неделю по делам, по боевым, уточнить, чего-то такое, БШУ. Вадим тогда, бурага. Пошли, говорит, попробуешь. Подходим. Половина. Все, говорят, пробовали, подходили. Еще через неделю приезжаем, ничего, одно сусло на дне. Подходил, я эскадрилья пробовала, готово, не готово. Ну, потом мы, значит, думаем, ну, что, витамины, правильно все, что там, абрикос с карамелями. Сами изготовили потом, вон Коля свидетель. Антинаучно было и антивоспитательно по отношению к нашим солдатам. Ой, да, браги перегнали такие. Перегнали и позвали вертолетчиков. 10 литров уже. Ну и 10 литров кончилось часа за 2. Солдаты разобиделись, потому что думали, что им достанется. Не досталось, потом мы им вернули. У тех же вертолетчиков, ребят, перед солдатами, как бы вот мы обещали, они перегоняли честно эту брагу, не пили эту брагу, они там ждали, когда самогон, перегнали, как? А здесь они нам еще выбросили козу или козла, кого там выбросили-то? Архар, да хрен его знает, ну святое дело же туда, но мы и туда. Солдаты ходили обиженные. Ну, тогда мы, ребята, выручайте, когда опять в эскадрилью, ребята, говорят, нет, не проблем. Сейчас взлетели минут на 15, накачали, там же технология была отработана. Помнишь, там против обледенительной жидкости, да, в килограммах солдатам отдали, пить только по разрешению 50 грамм там спирта. Ну, уладили этот конфликт. Значит, вот эта песня, 81-я. Я не знал, что кто-то погибнет, и не думал, и не хотел. Я вот летал когда, и на Ми-6, и на 24, я точно знал, что не погибну я никуда, нигде. Из пулемета стрелял на БШУ. Ну вот уверенность такая была. Вот когда снялись потом, возвращались домой летчики, ехали через Москву, рассказывали. Ну вот песня такая. Вот опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей, а внизу земля Афганистания разлеглась в квадратиках полей. А внизу земля Афганистания разлеглась в квадратиках полей. Но не верь в спокойствие ты вечное, вот уже к тебе под облака тянутся прерывистые встречные огненные трассы до шакам.
тянутся прерывистые встречные огненные трассы по шикам. И кому судьба какая выпадет, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракеты алый высветят право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракеты алый высветят право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчества, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества даже в окружении друзей. Не спастись порой от одиночества даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. Вот песня была задумана давно. Тут единственное, что... Так. Значит, ну я говорил тем, кто эту песню слышал, я в прошлом году вам представил. Это, в общем, из-за чего, собственно, сыр-бор в Афганистане, да, в общем-то, на всем востоке и Сирии. Когда там говорят мне сейчас, американцы, американцы, нет, злейший враг не Америка. Те просто самодовольные идиоты, бряцающие оружием. Злейший враг России всегда, во все века, была Великобритания, Англия, всегда. Это ее интерес на Востоке и в Сирии, и в Афганистане, всегда. Это ее стараниями линия Дюранда или Дюранда проведена, а у них не получилось у них из Афганистана сделать ни Пуштунистан, не получилось сделать у них Индокитай, присоединить все в одно какое-то государство. Две попытки, две битвы, одна прямая война, и выкинули английский экспедиционный 30-тысячный корпус, никого не осталось из Афганистана. И сейчас, ну, кто помнит историю, знаете, вот, 84-й год, Африди и Шинвари, 3 месяца воевали с Пакистаном кочевые племена пуштунов. Это горные пуштуны, которые никому никогда не подчинялись. И чтобы как-то утвердить, в Индокитай это американцы, понятно, вест-индийская компания, все вот это, чехарда, Индокитай, а в Афганистане не получилось. Они непокорные вообще, ребята, Афганистан. И сломить их оружием нельзя никак. Да и весь Восток такой же. Воевать и торговать они умеют. Лучше туда не соваться. Поэтому англичане решили больше там не рисковать. Вот так, на глаз. Мортимер Дюранд, премьер-министр Великобритании, провел линию. Она называется линия Дюранда. Никто ее не признает. Ни Афганистан, ни Пакистан. Пакистан образовался благодаря этой линии Дюранда. Это граница вот такая между Пакистаном, Индией, Афганистаном. Значит, Китай вообще никогда там это, плевать на них на всех хотел. Вот за линией Дюранда и проходила вся... За линией, не за линию, да, сдалась ли она, но происходила вся кампания афганская. Так что вот просто я объяснил, что такое линия Дюранда, такое название экзотическое. И, в общем-то, я и сам-то не интересно было, где такая линия там проходит. Вот недавно совсем думаю, чего мне понравилось название. Прочитал буквально 2 года назад. Сам только и с ним. За линией Дюранда не утихает гром, там ни свинца, ни жизни, ни жалея.
гремит война афганская в горах и в громе том. Заря встает кроваво пламенея. За линией Дюранда кончается судьба и снова начинается с Кабула. Там соль на наших спинах и пепел на губах и солнце обжигающее скулы. А ты не торопись, удел оплакать мой, читая между строчками в газете. Ищи меня, ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. А ты меня ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. За линией Дюранда и другие враги смешались беспощадно этой драке. Ревут бронемашины, грохочут сапоги, и сердце бьется ритмами атаки. За линией Дюранда мы старше на 100 лет, здесь волосы седые не в новинку. На тропах караванных мы оставляем след солдатского рифленого ботинка. На тропах караванных мы оставляем след солдатского рифленого ботинка. Мы сами разберем, как кто трус, а кто герой, кто прав и кто не прав, а кто в ответе. А ты меня ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. А ты меня ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. Ладно. А? Да я знаю, куда-то листочек улетел, вот с этим. Ладно. Бог с ним. Она, в принципе, и кончается там. Ладно, да. Вспомнил. За линией Дюранда все проще и мудрее. Здесь за чины не выторгуешь славу. И братство по оружию, религией своей мы выбираем здесь не по уставу. За линией Дюранда для смерти нет преград, но ты не верь, но ты меня послушай. Со мною локоть друга и верный автомат, и я не пропаду за гиндукушем. Со мною локоть друга и верный автомат, и я не пропаду за гиндукушем. И ты не торопись, удел оплакать мой, читая между строчками в газете. Ищи меня, ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. Ищи меня, ищи по почте полевой и знай, что я живу еще на свете. Спасибо. Значит, эта песня неизвестно кем написанная. И вначале она была написана как бы по подстрочнику, ну не по подстрочнику, по рыбе. Перевод кто-то сделал Киплинга, потом все писали, переводили. Киплинг, надо сказать, поэт замечательный, я его обожаю, люблю, за что объявлен был фашистом где-то году в 87-м, потому что любил Киплинга. И секретарь ВЛКСМ Мироненко сказал, что Морозов фашистствующий этот какой-то там. Киплинг – певец колониальных походов. Он не певец колониальных походов, он описывал честно то, что видел. И говорил он о душах, о людях. И, соответственно, все факты исторические у него верны. Но надо сказать, что Николай Гумилев, который тоже очень люблю, и трагическую судьбу его понимаю прекрасно, то он не предал своих товарищей по белому движению и сам не участвовал, но тем не менее чекисты его расстреляли, как белогвардейцы. Участник белорусского заговора. Но Гумилева уже вы знаете. Да, все же там. Но Киплинг, у него была настольная книга. Киплинга в России стали читать в конце 19 века, и вплоть до революции он был известен. Было много переводов Киплинга. Значит, эта песня «Вольный перевод кого-то когда-то», ее писал и переделал Агранович, его там все делал. Я ее услышал в институте, на практике в Ленинграде, на танково-ремонтном заводе. Кто-то из студентов уже спел. Ну, вот я спою. Так и услышал, вариант много. И мне кажется, что без разницы. Вот тут по Африке, по Азии, по Сирии, по Польше. Ну, какая разница, день и ночь. Вот суть один. Нет
на войне у солдата ни отдыха, ни отпуска. День и ночь, день и ночь, мы идем по Африке. День и ночь, все по той же Африке. И только пыль, пыль от шагающих сапог. Отдыха нет на войне солдату. День и ночь, день и ночь, без привалов и воды. День и ночь, отовсюду жди беды. И только пыль, пыль от шагающих сапог. Отдыха нет на войне солдату. Счет, счет, в патронташе счет веди. Кто может знать, что-то ждет нас впереди. Только пыль, пыль от шагающих сапог. Отдыха нет на войне солдату. Друг мой, я был в аду, я провел там много дней. Верь мне, там нет ни жаровин, ни чертей. Там только пыль, пыль от шагающих сапог. Отдыха нет на войне солдату. Друг мой, меня домой можешь ты уже не ждать. Я здесь успел забыть, как зовут родную мать. Здесь только смерть, смерть из-за каждого угла. Мы в нее верим, теперь как в Бога. День и ночь, день и ночь, мы идем по Африке. День и ночь, день и ночь, все по той же Африке. И только пыль, пыль от шагающих сапог. Отдыха нет на войне солдату. Так, а кто мне подскажет? Там у нас перерыв. Ольга Алексеевна, чего? 10 минут еще. А, еще 10 минут. Ладно, так. Ладно. Жесткий график. Да, жесткий график выдержим. Ладно, тогда это самое. Вот. А текст кончился. Я же не Путин, у меня же тут толмы такие. Вопросов-ответов нету. Тут экспромтом тогда, ладно. Нет, нет, не, мама, я не буду больше, извините. Нет. Вань, прости. Вот заслуженный человек сидит, Ваня, по кличке Якутск. Командир подразделения, в Афганистане десантник. Теперь он вернулся только оттуда. Он всегда уходит туда, где горит огонь, и возвращается оттуда огонь. Вот тушит пожаров много лет, прыгает с парашютом в самое пекло. В Америке зовут таких МЧСников, но у них не МЧС, идущий в дым. Вот, прыгающий в дым. Вот он сидит. Попрощайте его, заслуженный. Да. Заслуженный человек. В лицо его многие знают, он редко появляется. Только когда из командировок вырывает сюда, в Москву там. Да. Вот. Братцы, перекур.